Дорогой друг, я рад приветствовать тебя. Я Иван Комаров. Это рубрика «Доброе утро с Иваном Комаровым». Оно действительно доброе. И нам нужно просто наслаждаться каждым мгновением этой жизни, этого дня. Этот день – это подарок. Настоящий дар от Господа. Посмотрите в течение жизни, как мы все время ропщим, мы недовольны всем. Что-то не так получается, все плохо, все нам не нравится. Вчера вот ЧВК Вагнера, значит, шло по трассе в Москву. Многие были в страхе, боялись, что же произойдет. Вдруг война внутренняя, гражданская. Вдруг в Москву войдут, вдруг там взрывы, убийства и прочее, прочее. Вчера президент Лукашенко провел переговоры. Разрешили ситуацию. Пригожин возвращает свои отряды на места дислокации. И сегодня многие уже говорят, ну как же, вроде так быстро басню сократили. Вас не удовлетворишь, вам не угодишь. Бог смотрит на нас и думает, Господи, что ж вам надо? Наслаждайтесь каждым мгновением жизни. Понимаете, голубое небо, яркое солнце. Свежий воздух, мои глаза видят, уши слышат, ноги ходят. Что еще нужно человеку, да? Я не живу голодом, каждое утро жена готовит вкусный завтрак, поэтому остается только или я сам наслаждаться каждым мгновением жизни. Дети здоровы, да, едем на машине, на богослужение, и это так прекрасно. Встретиться со своими братьями, сестрами, обняться, поприветствовать друг друга, вместе прославить Господа, послушать Слово. Друзья, наслаждайтесь каждым мгновением. Жизнь так бесценна, и это самый большой дар от Господа. Апостол Павел говорит, мы отвсюду, отовсюду притесняемы. Отовсюду, представляете, каждый день шел нас мир. Но не стеснены. Где? Да внутри себя, в своем духе мы не стеснены, мы сильные. Поэтому будьте благословенны, радуйтесь, наслаждайтесь Христом.